Книга «Открытым оком». Тема «Старообрядцы», том 12, вопрос 2644. Каким вы видите будущее древнеправославной Церкви Христовой в России и мире? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Цитата. «Хотелось бы питать надежду на объединение старообрядчества. Мы, люди, уже соединенные общим историческим прошлым, одинаково трагичной судьбой и, главное, приверженностью к древнеправославию, должны поступиться личными амбициями и смириться с какими-то человеческими слабостями. Мы должны руководствоваться исключительно интересами Церкви и заботой о ее сохранении и развитии. Здесь у русского древнеправославия мы видим большое будущее, насколько это будет угодно Богу. Но и в этом случае, если старообрядчество будет умаляться, до конца не исчезнет идея старообрядчества, Идея старообрядчества, идея верности древней церковности будет всегда привлекать новых членов в Христову Церковь, и так будет, пока еще стоит этот мир. Конец цитаты. Комментарий Игнатия Лапкина. Если бы Андриан был возрожденным человеком, то разве стал ли бы он так колесить по задворкам истории? Да вопрос-то какой чудный. Только бы и ответить, что нам нужно объединение со Христом Евангельским, а не со старообрядчеством. Не с иконой Ярое Око, не с Никоном с Черной Горы. Послание Ефесянам, 3 глава, 19 стих. И уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию. Послание Филиппийцам, 4 глава, 13 стих. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Филиппийцам 3:8. «Да и все почитаю щитою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Послание Римлянам, 8 глава, 35 стих. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Тщеславные в надежде на себя планируют успех, в пятилетке. Мы, человеки в немощах, в скорбях, а думаем, бессмертные атлеты. За много лет загадывать привыкли, бахвалиться о прибылях в торговле. Овца паршивая, бодучие быкли, для хвостуна они кубышки в поле. Им прибыль главная по дальним городам, торговля жизнью, что на двух руках. Слух обостренный, истинный радар, о месте выгодном, где деньги как река. Хвастливо пыжится, снует челнок, туда-сюда по заграницам дальним. Стат-спекулянт, Меркурий им помог, торговли бог, как скорпион их жалит. Прилижет удовольствием земным, накроет шапкой чудо-невидимкой, потом ужалит хитро измошены, и, несмотря на стаж нас, на свалку кинет. А ты хвалился прибылью в проекте, что старых житниц и сберкнижек мало. Не знал, такой у смерти на примете инфаркт и киллеры нацеливают жало. Зачем тщеславиться уверенностью в завтра, когда не ведаем, слезнем ли сладость с ложки? В мечтах челночных вояжеры Африк, в действительности гроб к утру уложат.
скажи смиренно: если то угодно не мне, а Богу, Он властелин времен, и если здравия подаст погоду, тщеславием не буду ослеплен. Перекрестившись утром у порога, сиюминутным прахом себя осознавая, прошу благословения у Бога, пусть воля сбудется на мне Его благая. 9 февраля 2005 год. Игнатий Лапкин.